вот так вот без всякого плейлиста, чтобы заполнить паузу, чтобы чувства не остывали, понимаете?
Спасибо вам большое. Чем-то настолько позитивным и добрым, чтобы взгляд в будущее был светлым, что мы живем в такой стране, которая настрадалась очень сильно за последние 100 лет. Сейчас вроде бы спокойно, что на курсе скачет, но уверяю вас, еще немного, чуть-чуть до весны, и все будет хорошо. И вот мы увидимся следующим летом в Москве в Зеленом театре. Будет тепло, солнце, зелень, будет очень красиво. Курс евро будет лежать у нас под ногами, вот увидите. И тогда мы споем все хором вместе, просто так, для счастья, потихоньку, чтобы было слышно в Кремле, такую тихую песенку. Мы не знали ровно до этого лета, мы болтались по свету, по земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте.
Группа называется...